Привет, народ! Михалыч возвращается. По крайней случае, попытаемся. Попытаемся возвратиться. Сегодня 3 декабря, межсезонье, 3 декабря 2017 года. Сидеть дома в облом, и вот я решил выехать и снять рыбалку. Идем что-то наживлять. Так, на что мы будем ловить? Есть всего и много. Кайтач, кайтач, кайтач. Вот. Море разного кайтача. О, мой любимый мансик. Хорошая штучка. Но сейчас он навряд ли прокатит. Хотя, будем тоже пробовать. Так. Вот оно. Между прочим, друзья, сейчас уже декабрь, рыба упала в ступор, и лучше работают приманки неактивные, пассивные. И сейчас мы возьмем вот эту. Как показывает практика, в этом году лучше всего судачок у нас на нашем озере отзывается вот на такие оранжевые, красные, как их там называют. Ну, для меня это оранжевые. На такие оранжевые ларвочки. Сейчас зарядим их. Так, реклама. Снова получится реклама. Зарядим их на двойничок от фанатика. Да, ларвочка — это же тоже фанатик. Не сочтите за рекламу, но... Но, смотрите, сколько у меня есть разного силикона. Здесь тоже кайтачи, кайтачи. Ну вот и фанатик. Снова фанатик. Фанатик в этом году очень выручает. Очень. Вот Crazy Fish. 2 года назад работала. Ну просто капец вот этот цвет. Что тут? Снова. Снова кайтач. Снова кайтач. Так, и здесь кайтач. Lucky John. Lucky John. Кайтач, кайтач. Видите, сколько кайтача? А ловить будем на фанатик. Так, ну ладно, очень много говорю. Как я уже сказал, сегодня 3 декабря. Где-то 10:30 утра. И мы будем пытаться поймать хищника. Так, по снастям. Вот мое новое приобретение. Спиннинг граффити лидер Тиро. Тиро вроде бы Wild называется. С тестом по приманках 10-28 грамм. Спиннинг бомба. И в размере вроде бы длина его 2,50, 2,54 или 2,56. Точно не помню. Японский спиннинг классифицирует его как для морской рыбалки с берега, для дальнего заброса. Ну, спиннинг бомба. Ручка разнесенка. И рыбачу на свои любимые катушечки Сюстайн. Это у меня Сюстайн 4000. И нитка на нем намотана... Забыл. А, Варивас. Варивас, Варивас. Как она там еще называется, не помню. Короче, серая по японской классификации 0,8. Да, 0,8 восьмижильная. Итак, зарядили мы фанатик, и будем делать первый заброс. Да, я ставлю флюорокарбоновые поводочки. Здесь у нас есть щучка. Так что все может быть. Хотя флюорокарбоновый поводок не спасает. Ну, когда как. Короче, как повезет. Ну что, друзья, за рыбой! Ух, давно я не был на рыбалке. Пошла, 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 пошла. Оп. Так. Так, я уже понял. Русло озера прошел. Поклевки нет. Возле берега, наверное, навряд. Щука. У меня там стоит тяжелая головка. Щука навряд, чтобы за ней гонялась. А судачок здесь не будет брать. Он сейчас по руслу ползает.
первый заброс и мимо. Но это хорошо, потому что плохая примета поймать на первом забросе рыбу. Ну что, следующий. Рыбка, ты ж давай. Не подводи. Бульк. Давай. Нападение. Так, здесь немного... Ой. А, что-то было. Или зацеп. Наверное, больше всего, что зацеп. В некоторых местах люди рыбачат уже со льда, а мы тут пытаемся ловить еще на спиннинг. Это уже получается зимний спиннинг. Ну да, сегодня третий день зимы. Но у нас вроде бы как бы ее не предвидится. По крайней мере пока. Так, пока глухо, как в танке. Но я здесь не один такой. Вон на берегу сидит, крутит. Вон рядом рыбаки. Так что есть еще больные. Больные рыбалкой. Снова меняем место. И не сидится людям дома. О, правильный рыбак. Жену с собой взял на рыбалку. Так, попробуем сменить приманку. Поставим кейтэч. Что нам скажет кейтэч? О, малинка кейтэч. Блин, какой бардак здесь у меня. Все поржавело. Ну, не все, но очень многое. Ой, даже не видно, какого цвета рыбки. Это была когда-то синяя. Вот как часто я выезжаю на рыбалки. Вода у нас упала в этом году очень сильно. Вот, вода была, вот аж почти где я стою. А теперь, ну, это такое во многих водоемах в этом году случилось. Так, снова сменил место. Да. Пошла за рыбой. Хожу, бросаю разные приманки. Уже перепробовал и кейтэч, и манс. И пока что никак. Еще рыбаки подтягиваются, еще какой-то едет. Возвращаюсь на исходное место. О, здесь уже рыбаки посъезжались. Ямка за курчом. Профессиональный рыбак. Объясняет, как надо ловить рыбу. Ничего я не ставлю силику, но ставлю рыбу. Да? Опа, да, была поклевка. Была, да? Угу. Здесь тебе калуша. Есть там. Тюкнул. Ух ты, йога. Так, серый, на что ловишь? Кусаный, блин. Страх и ужас. Тоже у серого все ржавое, как у Михалыча. Ух ты, ё! Была поклевка, хорошая. Хорошая поддача была. Меняем приманки, бросаем. Ну, уже час, как поклевок вообще нет. Был небольшой выход. Но, увы, мы им не воспользовались. Так, снова прицепил фанатик. Он есть, он крушеный. А давай я стол поставлю, 100 грамм. С той стороны тоже. Опа, есть. Есть? Есть, есть.
И есть на попке шерсть. Ну, сука. Не, есть. Думал, что... Блин, в кор зашел. Да ё-моё, завел корфи. Конечно, же сказал, что там кур. Блин. Блин, и с судаком. Так, снова меняем. Попробуем мой любимый мансик. Ряга была. Серый все-таки выпросил рыбу. Все-таки серый выпросил. Сука, живи. Ну. Давай, давай. Главное, чтобы в коряге не зашел. Сами уже в кость. Да? Сука, ты же оттуда, отсюда и сами. Ай-яй-яй-яй. Блин. Все. А ну попускай, попускай его по чуть-чуть. Может выйдет. Ты же оттуда кинул, да, пройти сюда. Жаль. Жаль, конечно. Я ж тебе казал, что он там есть, Виталь. Михалыч, это ж... Ну блин, серый, я уже думал домой ехать, и он тут своими судаками. Ну, брошу еще пару раз. Посмотрим, сработает фанатик или не сработает. Я уже перебросал все. Кайтечи, шмайтечи. Будем пробовать снова на фанатик. Ну, серый. Гад. Ну, давай. Хоба! Хоба-хоба-хоба! Все, на сегодня хорош. Вот такая, друзья, рыбалка. Правда, немного без рыбы, но все равно были поклевки, были сходы. У меня хороший судачок ушел, в коряге завел. Вон в серого тоже пару сходов, пару заходов в коряге. Так что и в декабре судачок еще ловится на спиннинг. Хотя говорят, что уже, как бы все. Друзья, Михалыч возвратился. По возможности буду снимать, куда буду ездить на рыбалке, буду снимать для вас фильм. Так что подписываемся. Ну а вам не хвоста, ни чешуи. Пока-пока, друзья.